Привет, друзья мои хорошие, меня зовут Брейн, это у нас Mortal Kombat Mobile. Чем мы сегодня займемся? Конечно же, мы посмотрим, что тут у нас за уведомленницы. Так, наград за дружбу. Забираем. Забираем 50 очков союза. В принципе, как говорится, тоже хорошо. Наград за членство и сезон войны фракций. Сейчас мы это все залутаем, но я вам расскажу. Сегодня у нас Injustice Scorpion. Я его обозревал на компьютерном, собственно, варианте. То есть компьютерная версия у нас уже на канале есть. Давайте же посмотрим, как карточка поведет себя именно в мобильной версии. Насколько он хорош, имеет ли смысл его открывать и вообще играть за Injustice Scorpion. Так, сезон фракций. Забираем это дело. Почему бы, собственно, и нет. Боевое снаряжение продается. Перчатки скандалиста продаются. Вы заметили, что если не играть, то дают, в принципе, одно и то же. Броня, снаряжение внешнего мира продается. И 7000 деньжат. Отлично. Десятка душ. Все, вроде как бы так. А, давайте посмотрим более детально карточку. Ой, сколько у нас всего. Сколько у нас всего ништяковского-то. Так, у нас есть Скорпион обычный, серебряный. Есть Injustice. Вот такая вот карточка. А, один из подписчиков напомнил в личке, что Олежа, у тебя же есть такая классная адская вот карта. Injustice, Скорпион, мастер единоборств. И ты его даже открыл и не показывал нам. Покажи, пожалуйста. Пожалуйста. Плюс 25 к урону против горящего пукана противника. По-моему, очень даже неплохо. Давайте начнем по порядочку. Так, первый удар прокачаем. Вроде нам дали немножко денег, у меня еще с того раза оставалось. Почему бы, собственно, и не попробовать? А вдруг реально хорош? У нас есть мастер единоборств. Насколько я помню, это Саб-Зиро наш. Отлично. Так, это дело мы вкачали. Что бы тебе дать? Чего бы тебе такого дать? Давай то, что было у нас у Китаны, я переложу на твои плечи. Так, подожди, увеличивает вероятность критического удара. Можно было, конечно, эти вещи. Так, левиер с лезвиями. Вероятность для китаны вам не блокируемая. Можно, конечно, попробовать. Почему бы, собственно, и нет. Так, перчатка силы. Максимальный бонус к здоровью. Давайте попробуем. Сделаем вот так. И что у тебя? Лук Шаолинь увеличивает вероятность критического удара. Давайте попробуем поставить сюда. Итого 52 у нас получается. Хорошо. Так, мастер единоборств, адское пламя, 941 атака, 1021 здоровье. Кстати, на ПК-версии очень даже неплохой перс, то есть можно за него поиграть даже иногда. Обратный пинок из ада у нас это X-Ray, и копье это удар первого уровня, 750 стойкость, 988 лечение, 100% заряд силы. А здесь вроде все хорошо, сейчас мы выберем и пойдем играть на жесть. Так, чтобы еще у нас такого посмотреть? Всех остальных мы уже с вами видели. Текс, поехали. А войны фракций. Испытания мы уже проходили. Китану Темную Императрицу мы уже открывали. Китана, кстати, очень даже няшечка. Дерется просто бесподобно. Но нужно, как говорится, усилия ее вкачивать. Джонни к нам выпал, по-моему, в последний раз как раз. Так, что бы нам взять такого? Что бы нам... Где ж ты, красавец, зашкирился? Вот ты где. Так, давайте его вместо, знаете кого? Вместо темной китаны, пожалуй. Хотя нет, темную китану я бы оставил. Кенши тоже жалко забирать. Ладно, это будет же побольно, но это будет интересно. Так, с первого уровня скорпешек. Темная китана 15-й и полтинник у нас на Саб-Зиро. Будет замыкать нашу троицу. А, бой в сети, поехали. Выбираем, как обычно, жестокую битву. И начинаем надирать жопы нашим врагам. Я не знаю, что из этого получится, но наша задача посмотреть, как ведет себя Скорпион этот, его первую атаку, вторую, но до X-Ray, к сожалению, дотянуть мы не сможем. Смотрите, какой интересный у нас противник. У него баланс Кенши, у него Кенши серебряный, кстати, очень интересный перс, и хорошо прокачанный спецагент Кейси Кейдж. Фух, я не знаю, что из этого получится, скрестим пальчики и будем надеяться на только на лучшее. Рекомендуем создать учетную запись, да. Этого Скорпиона, кстати, можно получить, я уже рассказывал, помню как. По-моему, надо выполнить какой-то челлендж на ПК-версии. Ой, как его вынесли-то быстро! Твою мать! Так, тихо. Тихо-ша, спокойно, спокойно, ублюдок. Больно! И то самое чувство, когда у тебя остается один персонаж, и ты понимаешь, что сейчас сосешь, блядь. Тихо. Тихо, дружище. Сейчас мы тебя, блин, отправим на тот свет. Хотелось бы, конечно, хотя бы одного завалить. Так. Давай же, давай. Пока, 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 пока. Изи Би Смит у нас какой-то сегодня. Так, у второго Кенши два приемчика, и это не есть круто, потому что надо сразу оперативно действовать.
Фух, так, тихо. Я не знаю, что из этого получится. Ребята, это просто жесть! Кейси, конечно, интересный перс. Я помню, одно время мы долго играли. Соня и Кейси Кейдж были нашими фаворитами. Ох, ёпты! Тихо. Тихо, сейчас сделаем. Так вот. Жалко, я не могу выкачать из него энергию всю. Так, это боль. Это боль. Блок, 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 блок. Так. Чё, на кого? Сукин сын, а? Ладно. Импрессив! Ну, опять же, это первый бой, и неудивительно, что мы с вами здесь победили. Было бы странно сливаться в самом первом бою. Ты ж не самая настоящая лолка. Фух, движемся дальше. Скорпион у нас, по традиции, прокачивается изначально до 7-го левела. Первый бой у нас так проходит. Но прокачивается он как-то шибко быстро. Я не успел ничего сделать. Мне враг сделал один удар, и сразу скорпёшка наш, собственно, погиб. Кунь-цзинь. Я в одной из серий вам рассказывал, что Кунь-цзинь довольно редкий персонаж, за него мало кто играет, но перс, я смотрю, очень даже неплох. То есть чувак вкачал 5 карточек, 6 даже. Мастер единоборств, атака 17 тысяч. В принципе, очень даже может жопу надрать при желании. И опять у нас серебряный кенши, уже у другого чувака 51 уровня. И одержимый, там у нас был баланс, здесь одержимый и обычный. Боль, боль в самом важном ее проявлении. Поехали. О, господи, 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 что сейчас будет, я не знаю. Так, давайте посмотрим. Файт! Я, ребят, честно, я уже не помню, как мы открывали Скорпиона. Там либо вам нужно подключить учетку мобильную, либо нужно выполнить какой-то определенный челлендж. Вы это можете все посмотреть в настройках своего профиля. Там это все пишется. Его покупать нельзя, он не продается, насколько я знаю. Так, китанушка. Я ничего не успел сделать! Так. Опа! Хорошо. Уменьшенный урон у нас. Тихо, тихо, сукинцы! Тихо, тихо, засранец. Давай сюда еще раз. Давай, давай же. Как она кричит, Найсова. Давай сделаем вот так. У нас отражение удара сейчас. Нет, нет, слава богу. Ох, кенши, пиздец, какой пиздец. Нормально, нормально, ок. Терпимая хурма, терпимая. Появляется Кунь-цзинь, и слава богу, при его появлении нет никакого жесткого приема. Давай, давай, сука. А, не успел, да? Тихо. Давай, давай, быстро, прием. Готово, сотка есть, но у него два приемчика. Смотрите, у него второй прием прокачан уже. Готовься, отлично. Какие засранцы у него, а? Давай сделаем это дело вот так, китаной красиво. И по-ништяковски. Готово. Сукин сын даже не понял, что происходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тебя заставят визжать, как свинья здесь в этой игре. Да-да-да, не надо смеяться, закадровый голос. Готово. Кенши может, конечно, нас нагнуть сейчас. У нас неправильно сбалансированная команда, но мы цель такую не ставили, чтобы побеждать сейчас тут. Конечно, ставили, вот с одной стороны, но с другой надо показать перса. Непрокачанного, и который сразу же сливается. Так. Опа! Хорош. Фух, блин, а. Я думаю, что сейчас можно будет знать, что сделать. Мы попробуем открыть второй прием, если будет такая возможность. Так, сколько у нас там левелов? Десятка есть? Отлично. Скорпион! Скорпёшек! Что ты мне скажешь? Я могу это дело уже купить. А надо ли? Я сейчас задаюсь вопросом, надо ли это делать? Потому что скорпион какой-то слабоватенький у нас. У нас есть карточка, давайте применим ее. Готовы. Так, 10-й левел мы тебе вкачали. Фух, а толк-то, ёпты. Так, подожди еще раз. Копье, средний урон плюс оглушение. Высокий урон плюс огонь. Давай еще немножко вкачаем. Готово. Фух, блин. Может, вместо китана кого-то... А, я сейчас уже выбрать никого не смогу. Что у тебя вообще, детка моя, стоит? Скажи, пожалуйста. У тебя мы тут что-то убрали. Сейчас вернем. Вернем тебе на базу. Так, колечко у нас тут стоит. Сейчас выберем, что у нас есть из свободного. Так, на Sony оса-убийца. Бонус к лечению. А давай сделаем вот так. Подожди, медальон душ. Бонус к заряду силы. Ермак у нас тоже имеется. Так что вот такие вот пироги у нас с котятами. Китана порабощает жертву и заставляет сражаться за нее. Поехали. Я увидел там точно такого же скорпиона, как у нас, только хорошо так прокачанного. Слушай, мне бы хотя бы до первого приемчика, да это самое, дожить. Мечи — это интересно, согласен. Так, первый прием, давайте посмотрим.
А матч готово. Неплохо. Стандартная у нас клешня-хваталка, как у всех скорпионов. Get over here! Так, сейчас будем копить. И потом я за него переключусь, посмотрим, как там дела. Ой, Кана-Кана. Мне тебя даже немножко жаль. Кто ж тебя покупает-то? Самый, один из самых дешевых, если не самый дешевый персонаж, которого можно вообще купить за какую-любую валюту в этой игре. Рейден самый ненавистящий такой. Самый, блядь, херовейший. Ну как херовейший, он бесячий скорее даже, я бы сказал. Так, тихо. Тихонько. Чё ты делаешь, блядь, торшерсаный? Оп. Сейчас мы быстро Рейдена отправим куда надо. Ой-ой-ой, смотри, что делает. 13 тысяч за первый удар. И оглушение, и оглушенница. Так, готово. Давайте проверим скорпёшка. О, диагональки у нас давно не было. Только у Мелины я такой видел. Хорошо, он горит. И очень даже нехило так забирает жизни. Не надо, сука такая. Пошла жара. Хорошо-то как было. Ладно. Кто не дерется, как говорится, тот не пьет шампанское. Давай. Нина. Сукин сын, а. Я тебе за китану отомщу, мразь. Вот так вот. Так, у нас остается Рейден. Рейден, допустим, мы добьем. Ай, неудачно, неудачно, согласен. Так, Рейден, пока. Канна, здравствуй. У меня есть реаниматор, дружище Канна. Но я активировать его сейчас не буду, ибо мы уже и так с вами победили. Миссия выполнена. Победить в трех боях и заработай ништяк. Готово. Фух, вы знаете, Скорпион, в принципе, надежды как бы еще подает. То есть я бы не сказал, что это совсем плохой персонаж. Очень даже неплохо прокачивается. Смотрите, у них в принципе, аналогичные характеристики с Китаной. Смотрите, сейчас у нее 17 левел, 3700 и 3700, а у него 11, 2700 и 3000. Я считаю, что это очень неплохо даже. Так, у нас холодная война с Соня... Вана. Холодная война с Соня Блейд. Уничтожение еще одна Соня Блейд и Рейден. Последние два перса прокачаны полностью. Но... я думаю, что можно было бы добиться куда лучших характеристик, опять же. Твякс, увеличивайте урон от спецприемов. Это мы знаем. Поехали! Маловероятно, что хоть что-то получится, но мы попытаемся. Довольно неплохой перс, на самом-то деле, довольно быстрый. Так, давай. Авач! Ай-яй-яй-яй-яй! А, ну, тем не менее, мы пробили с вами ее, собственно, защиту, ледяную эту. Так, давай, детка. Опа! Хорошо. И оглушалка. Слушай, неплохо. Блок. Пробивает, но Рейден это наше все. Это наше все, ребят, серьезно. Тихо. А, деточка, давай, поработи его. Так, уменьшенный урон, отлично. Ай, хорошо. Нравится мне Китана, нравится. И Саб-Зиро классический, точнее, Скорпион классик тоже нравится. Ничего не могу сказать. 85, смотри, как хорошо. Рейден испугался и просто слился. Предоставил вместо девушки. Девушка слила девушку. Забавная эта автология. Так. Смотри, хопочки. Пак. Бля, дебил. Зачем же ты использовал второй прием, накопленный против ледяной защиты Sony Blade? Ты что, идиот, что ли? Да, сам себя не поругаешь, никто не поругает. Неправильно сделал, согласен. А вот она сейчас либо соснет, либо соснем мы с вами. Так, шнур-аниматор. А, у нее еще одна Соня. Отлично. Все, с Сонечками мы попрощались. А вот с Рейденом придется повозиться. У него полные жизни. Так, спокуха. Спокойненько. Так, давай. Excellent, конечно же, excellent. Но таким образом мы даем ему возможность накопить энергию, которая пойдет против нас. Давай еще раз. Выстрелит! О май гад! Он кричит, по-моему. Я тебе, блядь, крикну, май гад. Фух. Кричали девушки ура, и в воздух чепчики бросали. А мы с тобою побеждали. Вы победили, это хорошо. Фух, 12 левел, смотри, практически сравнялись. И 3200, и 2800. Но я думаю, что 3000 будет не... довольно быстро можно будет сделать у Инжастиса. А вот что у нашего Дорна 1024? Головорез Канна, бог грома Рейден и еще один Кенджи. Как я уже говорил, в ранних сериях есть смысл в этой карточке. Покупайте, качайте 40% к атаке с мастерами. 40%! Слушай, я его куплю, наверное. Я его куплю прямо сейчас. Это у нас серебряный Кенджи. А, нельзя, твою мать, действительно хочешь покинуть? Нет, не хочу.
Я, если не забуду, в конце серии надо будет его купить. Посмотрите на эти характеристики. 40% к атаке с мастерами и 40% к здоровью со спецназовцами. Имеет смысл ставить Соню, допустим, потому что Кана у нас, по-моему, не спецназ, да? Это внешний мир. Соня или там еще, кто у нас там еще? Джакс, по-моему, есть. Очень было бы классное сочетание. Поехали. Так, что ты мне скажешь? Каждая фракция имеет собственные списки лидеров. Это мы знаем. Давай, детка, загружайся. Еще один Кан. Мы сегодня идем по каким-то слабачкам, я даже скажу. Готово. Так, пошла. Давай. Тихо. Переключалочка. Готово. Я хочу еще раз накопить у него второй прием и посмотреть, как же будет гореть наш с вами противник. Че ты делаешь? О, Рейден, твою мать. Как же ты достал меня. Так, копим, давай. Рейден тоже не дурак. Копит энергию и правильно делает. Смотри, хлопочки, отлично. Уменьшенный урон у нас. Все, что он нам нанесет, будет уменьшено. Это классно. Это реально классно. Даже атаки, даже звук, который идет после, очень приятный. Серьезно, это редкость такая бывает. Смотри, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Слит! Притом по черноте. Давай, 65, отлично. Дурак, он, по-моему, говорит. Или мудак, или дурак, я там не разобрал еще. Ой, хорошо, как по чем-то проехались. У Кана и так много шрамов различных. А мы ему еще один добавили. Так, тихо. Тихо, Кенши, не надо. У нас истощение силы неудачно. Неудачно, но за это Кенши и любят, что можно в нужный момент истощить врага, который накопил силу в боевке с вами. Давай, ну же. Отлично. Я думаю, что я не буду использовать против него, а вот против тебя буду. Ой, слабачок. Так, excellent, отлично. Все, дружок, пока. Появляется ублюдок Рейден, с которым мы сейчас тоже быстро расправимся. Раз, 17 тысяч! Хорош за первый прием, а? 17 косарей. Это удачно, что Рейден не поставил блок, иначе было бы все очень плохо. Пока. Нет, не пока еще. А вот сейчас смело... Нет, мне еще не пока. У нас еще есть ублюдок Кенши, так... Прощай, дружок. Вот так вот. Фух, блин, нехило. Нехило очень даже. Если я куплю сейчас серебряного Кенши, то есть Саб-Зиро наш будет дамажить на 40% больше. Черт. Интригующая на самом деле-то игра. Так, это дело выбираем. Хилим наших ребятушек. Неостановимый Джейсон Вурхис. Кун Лао. Призрак, прокачанный до полтинника, заметили, да? 15к и 35к здоровица. Твою мать. С Джейсоном всегда начинается лютая жопоболь. Этот засранец любит вставать. В прямом смысле этого слова. Ой, господи. Ладно. Мармеладно, блядь. Давай. Так. У него уже изначально два приема. Не надо было брать... Тихо. Скала, ебать моя. Так, давай. Падай, сука, падай. Полегче, дружбан. О, призрак появился. 90. Я думаю, что Джейсон у нас останется на сладенькое, потому что с таким амбалом надо определенную тактику. Так. Готово, копим, пока есть возможность. Он слабый, его можно будет и так выбить. Вот это хорошо. Так. Отлично. Как можно меньше надо, точнее больше забрать у него здоровье. Чё стояли, смотрели друг на друга, блять. Готово. А, плохо, что блок. Мало будет дамага, да, половина всего лишь. Сука, что ж ты блочишь-то все, а? Смотри, какой засранец. Ой. Ну, у него, по-моему, он не шибко был вкачан, насколько я помню. То есть слабые вроде как характеристики были. Так. Пока, ублюдок, сколько ты можешь жить-то? Давай, хотя бы с одним уже. Остается Кана с двумя приемчиками у нас. Этот встанет сейчас, и мы сделаем следующее. Вот так вот, переключимся. Давай же! Excellent, конечно же, excellent, ублюдок. Давай. Есть! Вырубил Джейсона нахер! Не такой уж шибкой прокачанный перс, на самом деле. Но Кана сделал ошибку в том, что потратил все свои приемы на нашего Скорпиошу. Смотри, как мы сделаем сейчас по красоте душевной. Смотри, оп! Так,
Опа! Отлично, очень даже неплохо. Давай же, китанка, давай, детка моя. Я понимаю, что больно, но надо что-то делать. Блин, какая же она классная. Смотри, что творит, а? Просто невероятно. Так, падай, уменьшит урон. Тихо! Ну все, дружище, смерть твоя пришла. Тук-тук, кто там? Смерть Кана. Вот так вот. Ой, аж плечи хрустеть стали от жести этой. Фух, это, по-моему, не конец еще. Это не конец. Или конец. Нет, сейчас последний бой. У нас полностью прокачанный Криомастер Саб-Зиро, полностью прокачанный Нюндзюцу Скорпион и, конечно же, на закусочку немножко Кунь-Дзиня. Дед Мороз. По-моему, я с ним уже встречался. Бывал у меня Дедушка Мороз. Да, не хотел бы я, чтобы такой у нас подарки-то принес. Ну что, поехали. Это будет жесть. Если бы я взял Кенши и взял бы еще какого-то перса, я бы это дело прошел. А так я не знаю. Я не уверен. Всегда нужно как бы быть уверенным в своих силах, но нужно быть реалистом. В данном случае я не знаю, что будет. Он один раз сейчас меня ударит, и все. Потому что там все прокачанные карточки полностью. Он отбил атаку. Еб твою налево. Зачем ты мне нужен такой? Так, тихо. Вторая атака. О, это уже не пробил, слава богу. Так, сейчас мы его порубим. Давай, 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 давай. Хоть как-нибудь, хоть что-нибудь. Чем сильнее противник и чем больше он прокачан, тем он как-то лояльнее относится вот, к началу боевки, смотрите. Ничего не делает, ждет. Вот, отлично. Так, сейчас до второго дойдем, может быть. Готово. Поехали, поехали. 70, отлично. Но я этим персом его никак не убью. Это очень долго нужно мусолить. Но наши другие два перса таким образом могут скопить энергии. Слушай, Скорпион вообще ничего так... Да ничего такой. А Саб-Зиро, видимо, копит себе энергию. Правильно делает. Так, давай, 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 давай же. Тихо, 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 тихо. Так, слушай, не накопил еще на второй приемчик? Все. Пока, 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 Скорпиоша. Да, с этим все. Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Опасная стерва! Давай. Ой, слушайте, Кунь-Дзинь практически накопил на X-Ray. Это жопа. Это жопа, жопа, жопа. Оп! Импрессив, сука! 37 тысяч здоровья, а! Соснул тунца? Сейчас ты у меня, блядь, такого тунца, блядь, соснешь-то. Давай, пока, Кунзенька. А вот здесь надо зашкериться. Давай, отлично, блок сработал. 15 тысяч, даже если блок сработал, у нас блокбрейкер. Будь любезен, как говорится, и блок отбить. А, не, не. Сутеныш, тихо. Тихонечко. Смотри, как по красоте, Дедушку Мороз сейчас навалим. А у Криомансера у нас уже, смотри. Смотри, что делаешь, что делаешь, сука. Становись. Мы же с тобой друзья, дружили так хорошо. Так. Смотри, блядь, что творит. О, боже. Ну, будем, по крайней мере, как герои, что ли. Будем до последнего драться. Давай, засранец. Хотя бы такими первыми приемчиками тебя добьем. Готово. Опа. Давай, дай мне еще возможность, дай возможность. Так, отлично. Я его немножко напугал. Давай, Олежек, давай. О, хорош-то как. Тихо. Сука, хотела, а? Что ты ко мне жизни там даже не видно. Пока. Не-не-не-не, у меня еще реанимация есть. Реанимашки, давай. Прыгай же, ёба. Сейчас, Олеж, подойду, маршрутка опоздала. Так, давай. Опа, есть. Я боялся. Я серьезно думал, что сейчас мы сольемся. Потому что, вы видели, у нас один перс начальный, второй тоже как бы даже не серединка еще. Но. 15 и 19 уровни. Смотрите, как интересно. Ох, блин, а? Вот это была боль. Вот это была жесть. Что я хочу? Я хотел купить себе... Так что у нас ништячок. Наград за дружбу давай. Посмотрим. 100 очков союза. Хорошо, хорошо. Идем в магаз. И сейчас мы купим с вами перса. Так. Где ж ты затаился-то, Кенши? Вот, смотрите, 75 тысяч всего стоит Кенши. Мне не хватает немножко. А я купить не смогу его. То есть конвертации, например, душ в денежку, по-моему, здесь такое у нас не предусмотрено. Только можно добавить. Рекомендую, друзья, советую реально берите этого Кенши. Это просто тема. Ну, а я, пожалуй, с вами буду прощаться.
Фух, хорошо мы сегодня с вами поиграли. Очень даже. Давайте покажем нашего скорпиона. Хороший перс. На самом деле, если скорпиошиков качать, будет очень даже добротно. Все, ребятуши, вот такая вот у нас серия по Морталу получилась. Вы просили показать Инжастиса Скорпиона, мастера единоборств. Мы сегодня его обозрели. Хороший перс, мне нравится, то есть нареканий как бы нет, но нужно потратить время, чтобы его хорошенько и грамотно прокачать. Все, ребятушки, увидимся, услышимся. Всего хорошего, пока-пока.